дурак видит не то самое дерево, что видит умный. Это английский поэт Уильям Блейк такое написал. Систему точек, соединенных линиями, называют деревом, если из любой точки в любую можно пройти единственным образом. Точки – это вершины, а линии – это ребра, так называемый граф. Вот дерево выглядит примерно таким образом. Из любой точки в любую другую можно пройти одним единственным образом. 676-я задача. В доску вбито 20 гвоздиков. Вот они все 20 гвоздиков. Расстояние между соседними 1 сантиметр. Натяните нитку от вот этой вот точки А до вот этой точки Б, чтобы она прошла через все гвоздики по одному разу, и длина ее, чтобы была равна 19 сантиметрам. Пожалуйста. Отлично. Спасибо. 677-я. Тоже очень легкая задача. Сколько было бревен, если, сделав 52 распила, мы получили 72 полена? 72 полена, а распилов мы успели сделать каждый раз, мы, разумеется, пилили одно бревно и получали из него 2 полена. Хорошо. Каждый распил – это одно бревно, потому... Нет, каждый распил, конечно, не бревно, а это что? Правильно, это добавление к количеству бревен одного. Поэтому спасибо, все правильно. Нужно было понять, что если был один распил, то из какого-то количества бревен мы получаем, из количества x, получаем x плюс 1. Если было 52 распила, и x первоначально было бревен, то надо реально решить уравнение. X плюс 52 равняется 72. Да, действительно, ответ получается 20. Следующая задача. Гриша вошел с папой в тир. Уговор был такой. Гриша делает 5 выстрелов, и за каждое попадание получает право сделать еще 2 выстрела. Гриша выстрелил 17 раз. Гриша пошел с папой в тир. Уговор был такой. Гриша делает 5 выстрелов, и за каждое попадание получает право сделать еще 2 выстрела. Гриша выстрелил 17 раз. Сколько раз он попал в цель? Вот тут, значит, нарисован у нас Гриша. Извините, что он вот такой будет. Представьте себе, что он сначала имел возможность сделать 5 выстрелов. Дальше вот что могло произойти. Если он здесь попал, то ему дали еще 2 пульки. Например, вот здесь вот попал, дали ему еще 2 пульки. Так, давайте смотрим. Предположим, что он вот здесь вот не попал, здесь попал. Тогда вот так вот возможно было. Я здесь попал, попал, здесь попал, здесь вот не попал. Так, мне нужно, чтобы общее количество равнялось 17. Общее количество 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мы там еще не нарисовали. Так, где я не дорисовал одну палочку? Да. Здесь? Да. Правильно, не дорисовал одну палочку. И еще, давайте здесь, хорошо? Не обязательно рисунок такой, как в книжке. Так, ну что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Отлично, 17 выстрелов, и на этом рисунке... 1, 3, 4, 5. На этом рисунке 6 попаданий. Вопрос простой. Обязательно ли всегда будет именно 6 попаданий? Так, при каждом попадании он может выстрелить еще 2 раза. Ему просто дают еще 2 пули. Да, ему дают еще 2 пули. То значит,
Да. Вначале у него было 5. Вначале у него было 5 пуль. Суп устраивало 17. Надо просто решить вот такое уравнение. Согласны? Да. Каждое попадание, пусть у меня было всего х попаданий, дает 2 пули. Значит, 5 плюс 2х это 17. Спасибо. Спасибо. Знаменитая задача 609. Имеется лист бумаги. Его можно разорвать на 5 частей. Каждый новый кусок можно разорвать на 5 частей или оставить целым. И так далее. Можно ли получить таким образом 50 кусков? Давайте я покажу. Вот представьте себе, что имеется какой-то листочек, неважно какой. Я беру, рву его на 5 частей. Раз, два, три, четыре, пять. После этого беру еще этот кусок, рву тоже на 5 частей. Раз, два, три, четыре, пять. Потом беру любой из оставшихся кусочков, да, например, вот этот. Раз, два, три, четыре, пять. Я так могу долго делать. Вот вопрос. В какой-то момент, после очередной моей такой операции, может на столе оказаться ровно 50 кусочков? Да? Нет. Почему? Каждый раз... Когда кусок бумаги рвут на 5 частей, к количеству кусков добавляется 4. Я один кусочек уничтожаю, и он у меня заменяется на 5. То есть был 1, стало 5. Увеличилось на 4, да? От увеличения на 4 четность числа кусков не меняется. Да. Изначально было нечетное число кусков. Да. Значит, их всегда будет нечетное число. Всегда. Спасибо. На самом деле, даже не обязательно говорить про четность, а просто можно было сказать так. Вначале был один кусочек, потом станет 5, потом сколько? 9. Потом сколько? 13, 17, 21 и так далее. 49, 53 и так далее. Согласны? То есть количество кусков задается в такой формуле. Формула 1 плюс 4n. N – это количество операций, которые мы успели сделать. Вначале не успели сделать ни одной операции, у нас один кусочек. Сделали одну операцию – 5 кусков, две операции сделали – 9 кусков и так далее. Отлично. Пункт Б той же самой задачи. Если всякий раз лист можно рвать не на 5 частей, а на сколько? 8. На 8 или 12. То нужно выяснить, можно ли из одного листа бумаги получить 60 кусков. И потом еще нужно будет доказать, что любое количество кусков больше 60 получить можно. Это возможно, потому что получается, что здесь такой это 1, да, плюс 7. Ну, 7 только не так пишется. Да, молодец. 7х плюс 11. Да, равно 60. Равно 60. Нужно решить такое уравнение. Вы правы. Ну, это значит... 7х плюс 11у равняется 59. Да, 59. Дальше. Значит... Старайтесь пореже употреблять слово «значит». В последнее время я замечаю, что почему-то очень у многих людей значит. Да? А дальше вы не знаете, почему это уравнение не имеет решения, правильно? Ну, если честно. Mm-hmm. Не знаете, спасибо, садитесь. Ну, дальше действительно надо просто разобраться. И я предлагаю самый простой способ, ребята. Просто взять такую табличку, а здесь написать 11. Итак, бывает 0,
бывает 11, 22, 33, 44, 55, 28. Перебор, конечно, достаточно скучный, но, с другой стороны, не такой уж он и долгий. Значит, здесь у нас с вами будет 49, дальше что? 56, и дальше уже бессмысленно, правильно? Вот. А теперь просто возьмем, заполним эту таблицу, ну и у нас, собственно, все получится. Числа 59 в ней не будет. Я, разумеется, сейчас расскажу, как можно было это сделать побыстрее. Вот. Значит, смотрите, заполняем плюс на 0, 7, 14. 21, 28, 35, 42, 49, 56, 32, 29, 36, 43, 50, 57, 64. Дальше уже бессмысленно. 54, 61, 60. Да даже дальше тоже бессмысленно. 55, 62, 69 и так далее. Так вот здесь уже все числа становятся больше, чем 59, а число 59 ни разу не встретилось. Согласны? Разумеется, я не обязан был заполнять эту таблицу. Можно было сделать вот как. Смотрите, перенести в другую часть и написать такое уравнение. 11y это 59 минус 7x. И смотрите, что делать. Из числа 59 все время вычитать по семерке до тех пор, пока... И каждый раз проверять, делится на 11 или нет. Хорошо? Значит, 59 на 11 не делится. Дальше 7 вычитаем, будет 52. Дальше что? 45, 38, 31, еще семерку вычитаем, сколько будет? 24, 17, 10, 3. Все. Разумеется, это гораздо быстрее, чем заполнять такую таблицу, но, господа, неважно. В любом случае мы можем действительно удостовериться, что вот такое уравнение 7х плюс 11y равняется 59 не имеет решений в неотрицательных целых числах. Согласны? Вот. А теперь читаем продолжение этой задачи. Докажите, что любое количество кусков больше 60 получить можно. Слушайте меня, пожалуйста, сказка. Для того, чтобы разбить на части, вы сделаете так. Вы сумеете разбить на 61 часть, на 62, на 63, а потом подумайте. То есть, если здесь 61, то здесь будет что? 60. 60. Ну или там 62, здесь будет 61. На самом деле... Теорема, которую мы сейчас хотим доказать, звучит так. Все числа, начиная с 60, представимы в виде 62, 63, 64, 65 и даже 66. Господа, все, что от вас требуется... указать соответствующие числа. Пожалуйста. Если это уравнение должно быть равно 60, ответ мы можем... Найдите его в таблице. Мы можем найти в этой таблице. Конечно. А 61? Тоже. А, замечательно. 62? Тоже. Правильно. Дальше. 63 ищите. Я не зря эту таблицу выписал. Что, 63 нет? Есть. А где? После 56. Совершенно верно. В самом первом ряду после 56. Вот оно, 63. Вот оно, 63. Это просто нужно взять 7 умножить на 9. Дальше. Решив
это уравнение для числа 60, мы можем перейти к следующему числу, прибавив 56, то или 7,8, и вычтя 55. Ой, все это сложно, все гораздо проще. Если хочешь прибавить 7, то просто увеличь x на единицу, если еще садись, давайте я сейчас легко объясню. Господа, итак, как получить 60? Давайте я все-таки аккуратно выпишу. Значит, 60, вот оно есть в этой таблице, это 49 плюс 11. Пишу 7 умножить на 7 плюс 1. Снизу. Это 7 умножить на 1. На 2. 62, 7 умножить на 1. Плюс 11 умножить на 5. 63 это просто-напросто 7 умножить на 9 плюс 11 умножить на 0. Так, 7 на 6 плюс что? Плюс, да, плюс 11 умножить на 2. 65 ищу в таблице. 7 на 3 плюс 11 на 4. И, наконец, 66. Не вижу. Где? Непонятно, почему не вижу. Потому что это 11 умножить на 6, а 7 умножить на 0. Согласны? Да. Итак, все числа от 60 до 66 я получил. А теперь очень простая идея. Я беру и ко всем этим числам прибавляю семерку. 60 превратится в 67, а здесь будет не 7, а 8. 61 превратится в 68, а здесь будет 5. Это будет 69, а здесь будет 2. Это будет 70, а здесь будет 10. Ну и так далее. Я к каждому из этих чисел прибавляю по единице, соответственно, здесь увеличивается на 7. Поняли? А дальше еще увеличиваю число х на единицу и добавляется еще по 7. И еще, и так, понимаете? Буду все время х увеличивать на единицу, и будут получаться очередные 7 чисел. Между прочим, господа, абсолютно аналогичная задача есть не только для чисел 7, 11, а для любой пары взаимно простых натуральных чисел. Это очень важная тема. Обычно в 8-м математическом классе всегда с нее начинают так называемый алгоритм Евклида. Сейчас немножко не время об этом говорить, но вообще это надо очень подробно нам с вами будет изучить когда-нибудь, потому что задача очень красивая. Вот в энциклопедии у нас есть статья «Алгоритм Евклида», так что кому интересно, можете посмотреть, там все это выписано и объяснено. Принцип такой. Если есть любые два числа, которые взаимно простые, то, начиная с некоторого места, любое число представимо в виде, ну вот как здесь было, 7х плюс 1, понимаете, да? Более того, это самое место можно явным образом указать. Вот интересно, вы сможете из чисел 7 и 11 каким-нибудь образом получить число 60? А? Да. Давайте подумаем. На самом деле 7 умножить на 11 это сколько? 77. Это 77. Не нравится мне это. 77 это явно не 60. А? 77. Минус 17. Молодец. Минус 11. И минус 7. Это будет интересно сколько? 70 минус 11. А? Это будет? 59. Это будет 59. И что же такое у нас число 59? Это число непредставимое в виде 7х плюс 11y. Согласны? То есть, оказывается, формула очень простая. Надо взять, перемножить наши взаимно простые числа
и вычесть от них каждый из них, и тогда получится наибольшее число непредставимое. А все числа, начиная с 60, будут представимы. Все понятно? Вот. Ну, как доказывать это, я не хочу сейчас. Это интересно, действительно, замечательно, но сейчас немножко увлекло нас в сторону. 680-я задача. Несколько точек соединены непересекающимися отрезками таким образом, что из каждой можно пройти в каждую по отрезкам, причем единственным образом. Ну, проще говоря, у нас получается дерево. Докажите, что отрезков на один меньше, чем точек. Отрезков – это ребер, вот этих вот отрезков. На один меньше, чем точек. Что это означает? Это означает, что формула вот такая. Нужно из количества точек вычесть единицу. Поняли? Между прочим, есть такая формула Эйлера, наверное, помните, как она записывается. Вершин минус ребер плюс грани в любом связанном графе будет это двойка. Давайте подумаем, как связана эта формула с этой. На самом деле напрямую. Дело в том, что вот это вот все, это одна грань, поэтому нужно просто вместо числа n написать единицу. И получится, что формула Эйлера это как раз вот это. Таким образом, ребят, сегодняшняя формула для тех, кто знает формулу Эйлера, это просто-напросто частный случай формулы Эйлера. Ну, для тех, кто не знает, что давайте не обязательно, потому что мы ее, разумеется, докажем независимо от формулы Эйлера. И, кстати, обычно, когда доказывают формулу Эйлера, то сначала сводят все к дереву. Прошу. Рассмотрим самое простое возможное дерево. Одна вершина и ни одного ребра. Да. Формула верна. Да. Далее, к любому дереву пририсовать одно ребро, придется, кроме этого, пририсовать еще ровно одну вершину. Ну да. Поэтому разность... В этом равенстве обе части увеличатся ровно на единицу. Да. Спасибо, кстати, все правильно. Давайте я это объясню. Значит, просто берем тряпку. И в любом таком дереве берем, убираем ребро. Потом убираем другое. Потом, ну, по очереди. Листья. Это вершины степени 1 называются листья. Мы будем просто по одному убирать. И так каждый раз единичка будет одно ребро исчезать, и одна вершина будет исчезать. Все понятно? На самом деле есть и другое доказательство той же самой задачи. Вот у меня специальный для этого цветной мел. Одну из вершин объявим столицей. И смотрите, что можно сделать. Можно из этой самой столицы поставить везде стрелочки. Вот. Ну, мрачно настроенные люди говорят следующее. Взять и что-нибудь такое большое взорвать в столице, вот, и посмотреть, как это будет кусочки разлетаться по стране. Вот. Более добро настроенные люди говорят так, что пусть у нас из столицы по стране растекается просвещение. Представьте себе, здесь у нас будет университет, и из него студенты будут до самых до окраин побегут. Нормально? Это гораздо лучше, чем бомба, гораздо симпатичнее. Все, просвещение распространяется на всю страну. А теперь внимание. Заметьте, в каждую вершину входит ровно одна стрелочка. Так? При этом есть вершина, в которую ни одна стрелочка не входит. То есть в каждую вершину, кроме столицы. И на каждом ребре стоит одна стрелочка. То есть смотрите, ребер столько же, сколько стрелочек. А стрелочек на одну меньше, чем вершин. Потому что во все вершины входит, а в одну не входит. Очевидно? Да. Очень хорошо. В некотором царстве имеется схема линии ветров. Вот. Да?
Вы знаете, наверное, что сегодня была такая замечательная идея. Собирались походить с белыми ленточками внутри метро на площадь Революции. Знаете, да? Вот, замечательно. Я не знаю, что там полиция устроит бойню или нет, но представьте себе, что нужно вот, так сказать, там, не знаю, достать белую ленточку, чтобы показать, что ты против фальсификации выборов. Но при этом ты понимаешь, что полиция неадекватна, и, соответственно, хочешь, чтобы все-таки движение было заблокировано поменьше. Значит, задача. Докажите, что в любом графе можно выделить одну вершину так, что при запрещении движения через нее, если граф был связанный, то по-прежнему из любой другой вершины можно добраться в любую другую. Имеется некоторый связанный граф. Представьте себе это как схема линии метро. Задача. Докажите, что если в нем он связанный, то есть если можно из любой вершины добраться до другой, то можно так заблокировать некоторую одну вершину, что по-прежнему из любой оставшейся вершины в любую другую можно будет доехать. Давайте на примере Москвы. Вы знаете, есть такая станция «Парк культуры». Вот представьте себе, что вы останавливаете движение через эту станцию. Вы понимаете, что вся красная ветка ниже этой станции становится недоступна. Поэтому плохо. А вот, скажем, блокировать станцию Юго-Западная можно. Конечно, вам спасибо не скажут те, кто там живут. Там огромное количество народа через эту станцию ездит. Но, тем не менее, вся остальная Москва это не заметит. Ну, на самом деле, даже порадуется. Потому что интенсивность движения уменьшится. Правда? Вот, то есть, в принципе, конечную станцию метро блокировать можно. Иногда можно блокировать и не только конечную. Например, в центре Москвы есть много станций, которые можно блокировать, потому что там, да, там есть много объездных путей, поэтому, ну, в общем, думайте. В любом связанном графе существует вершина, которую можно заблокировать, движение через которую, а при этом из любой другой вершины в любую другую по-прежнему можно доехать. Если я блокирую одну вершину, то да. Вот эти ребра, которые... По ним уже больше не ездят, да? По ним уже больше ездить нельзя. Думайте, задача очень хорошая. Ее в этой книжке нету, но задача очень хорошая. У этой вершины мы должны стереть все отрезки, которые идут в другие точки. От какой этой вершины? Какую вы будете выбрасывать? От той... от которой идет большее количество ребер. Ну, вот то есть надо выбрать ту, от которой вершину наибольшей степени. Стоп, спасибо. Вы сказали свое слово, теперь я вам нарисую. Представьте себе, что схема метро устроена вот так. На самом деле можно было запрещать любую вершину, кроме той, которую вы назвали. Спасибо, садитесь. Хорошо. Я попробую превратить этот граф в дерево. Для этого я сделаю так. Буду поочередно брать любую пару точек. Ну, например, сначала возьму эти две. И посмотрю, сколькими способами можно из одной из этих точек добраться в другую. О, нет, все проще. На самом деле вы произнесли разумную фразу «буду пытаться превратить этот граф в дерево». В математике даже есть такое понятие «остов графа». Это делается без всяких таких подсчетов. А вот смотрите, что значит граф не дерево? Значит, там есть цикл, правильно? Вот берем какой-нибудь цикл, вот этот, скажем. Берем и одно из его ребер удаляем. Граф не перестал быть связанным. Потому что если вы в цикле одно ребро удалили, то можно обход пройти, да? Граф не перестал быть связанным. Дальше. Вот видите вот этот цикл? Берете и любое ребро удаляете. Видите вот этот цикл? Абсолютно любое ребро удаляете. Видите цикл?
любое ребро удаляете. Видите вот этот цикл? Любое ребро удаляете. Понятно? Вот этот цикл удаляете любое ребро. Вот этот цикл удаляете любое ребро. Все. Вне, поскольку циклов количество все время уменьшается, то рано или поздно процесс должен прекратиться. И вы в какой-то момент получите дерево. А у дерева можно запрещать какую вершину любую? Конечно. Любой лист. Согласны? Любую вершину степени 1. То есть вот на этом дереве эту лучше не запрещать, а эту можно. Эту можно, эту можно. Вот эту можно. Нам же требовалось хотя бы одну. Ну, на самом деле, даже видно, что у любого дерева есть хотя бы два листа, поэтому в любом случае хотя бы две вершины такие найдутся. Поняли? Спасибо. Очень хорошо. Очень хорошо. Получилось, что мы решили эту задачу. Заметьте, я ее дал сегодня именно потому, что тема деревья, да? Решается задача при помощи перехода к остовному дереву. Договорились? Теперь 681-е. Вдоль границ клеток шахматной доски положили спички. Сколько спичек необходимо убрать, чтобы ладья могла добраться с любого поля доски на любое другое, не перепрыгивая через спички? При этом, разумеется, ладья имеет право как-то поворачивать и вообще довольно хитро может маневрировать. Значит, смотрите, вот я нарисовал шахматную доску. Теперь я покажу вам некоторый способ. Скажем, берем, убираем вот эту спичку. Один. Убираем вот эту спичку. Два. Дальше. Три. Четыре. Ой, ребят, я долго буду это делать. Вопрос. Сколько раз мне потребуется, минимальное количество раз, чтобы сделать, чтобы ладья могла откуда хочешь, куда хочешь пройти? А? 63. 63, молодец. Почему? Потому что это просто спирали. Нет. Форма не обязательно. Не обязательно по спирали. То есть действительно можно конкретно показать, вот как убирать на спичке, и там будет 63. Но, понимаете, очень много есть способов, поэтому меня совершенно не устраивает то, что вы будете разбирать разные варианты. Вариантов очень много. На самом деле, в любом случае получится 63. Но почему? И главное, как это связано с нашей сегодняшней темой. А хотите, нарисую? Смотрите, господа. Когда я стираю, то у меня возникает соединение между двумя клетками. Согласны? Смотрите, раньше, вот давайте так, в каждой клеточке мы посадим по красному человечку. На камере цвета плохо передаются, поэтому там не очень видно, а вы подтвердите, что красные клетки? Да, да, говорите. Если соединить их все, будет 63 линии. Но... Вернее, не если соединить, а для того, чтобы соединить. Потому... Смотрите. Вот давайте я все-таки нарисую все эти точки и буду объяснять. Вот у меня в начале есть 64 эти красные точки. Ничего, я все нарисую. Вы что? Все 64. И смотрите, что мы делаем дальше. Когда мы убираем какую-то одну спичку, вот мы здесь убрали одну спичку, возник такой красный отрезок. Убрали спичку, возник красный отрезок. Согласны? Угу. Возникает, вот уже у меня три красных отрезка. Четвертый. Где четвертый? Вот здесь четвертый? Да, еще одну точку я не поставил. Согласен. Требовательные вы. Так, значит, смотрите, что у меня происходит. В начале 64 точки. Согласны? Угу. Каждый раз, когда я где-нибудь убираю спичку, у меня возникает здесь красный отрезок. Согласны? И при этом количество компонентов, давайте так, каждую точку называть компонентой. В начале 64.
А теперь вот это считать, что они из одной компоненты, понимаете, да? Каждая операция уменьшает количество компонентов на одну. В конце сколько будет компонентов? Одна. В конце будет одна компонента. В конце у меня из этих красных отрезков возникнет один сплошной связанный граф, а именно дерево. Я уж нарисую, уж если вы так требуете. Вот оно, да? Вот я, заметьте, я произвольно совершенно рисую. Так, я вот так вот рисую, рисую, рисую. И у меня, заметьте, я каждый раз забочусь только о том, чтобы количество компонентов уменьшалось на единицу. При этом у меня, разумеется, ровно на единицу возрастает количество ребер. Согласны? Так, ну не знаю, понятно? Вот, так можно, конечно, и до конца. Так можно и до конца. Вот. Но суть в том, что в начале было 64, а в конце 1, значит всего 63. Все, хватит. В книжке там все это нарисовано действительно до конца. Но... Следующая задача ровно на ту же самую тему. На рисунке изображена сетка и показана размером 4 на 6. А на соседнем рисунке показано, как можно разрезать несколько из ее веревочек, чтобы сетка не распалась. Какое наибольшее количество веревочек можно при этом разрезать? Значит, итак, 4 на 6. Вот это вот у нас 4. Теперь осталось нарисовать на 6. Вот она эта сетка. Да? Всего... Сколько веревочек, интересно, всего? Нет, раз, два, три, четыре. Так, сколько у меня столбиков? 7, да? 4 на 7. Не понял. Смотрите, раз, два, три, четыре. Согласны? Это 4 вертикальных отрезка. Вот таких вот вертикальных штучек у меня 7. Теперь горизонтальных. У меня 6 отрезочков. Их сколько? 5 штук. Плюс 6 умножить на 5. 28 плюс 30 – это 58 всего отрезочков на рисунке. Значит, теперь читаю условия. На рисунке изображена сетка размером 4 на 6 и показано, как можно разрезать несколько веревочек, чтобы она не распалась. Ну, несколько веревочек, там показано что-то вот вроде этого. Я не хочу в точности рисунок из книжки, кому интересно, посмотрите в книжке. Вот. Но смысл такой, что вот если несколько веревочек разрезали, то не распалось. Задача. Какое наибольшее количество веревочек можно разрезать, чтобы сетка не распалась на отдельные куски? Ну и там еще есть вопрос. А если размер сетки не 4 на 6, а m на n? То есть с буквами. Как получить ответ с буквами? Хорошая, простая задача. Повторяю, имеется сетка размером 4 на 6. Какое наибольшее количество единичных отрезочков можно разрезать, чтобы сетка не распалась? Начнем решать задачу с конца. Мы будем считать не то, сколько веревочек убрали, а то, сколько веревочек осталось. Пусть изначально... Мы посчитали уже, сколько их всего. Да. И поэтому потом просто из числа 58 мы вычтем количество оставшихся веревочек. Да. Дальше. Пусть изначально не было ни одной веревочки. Было тогда, у нас было 7 умножить на 5... Узелков. Узелков. 35 несвязанных узлов. В книжке Чуковского «От 2 до 5» есть такое замечательное определение, принадлежащее одному маленькому человеку. Гамак – это много-много узелков, соединенных веревочками. В данном случае мы считаем количество узелков. Вы абсолютно правильно сказали. 5 умножить на 7. Напишите, пожалуйста, на доске формулу. 5 умножить на 7 – это сколько? 35. Да, 35 узлов.
Сколько нужно ребер, чтобы в графе, чтобы граф на 35 вершинах стал деревом? Требуется 34 ребра. Абсолютно верно. И последняя формула. 58 минус 34 равно... Пишите, пишите. 58 минус... Минус 34, это? Это 24. Абсолютно верно. Спасибо, все правильно. Не уходите, потому что у вас еще задача про m на n. Имеется таблица m на n? Да. Давайте то же самое. Сначала считаем, сколько там всего отрезочков. Всего? Так, считаем, сколько там всего отрезков. Сначала считаем, сначала считаем отрезки... Вертикальные. М умножить на n плюс 1. Пишите. Да. Плюс наоборот. N умножить на n плюс 1. Так, отлично. Тире. Всего отрезочков. Столько у нас всего имеется отрезочков. Далее. Всего узлов. Отлично. Надо написать формулу для количества узлов. Да. Это формула m плюс 1. Умножить на n плюс 1. Да. Тире. Всего узлов. Это еще не решение. Да. Для того, чтобы соединить. Не соединить, а теперь надо узнать, сколько останется отрезочков. В тот момент, когда вы сколько можно уберете, у вас останется отрезочков на 1 меньше, чем узлов. Значит, надо вот еще из этого числа вычислить простую формулу. М плюс 1 умножить на n плюс 1 и минус 1. Это останется отрезочком. Теперь формула окончательная. Окончательная формула. Смотрите, вы должны взять и вот из этого количества вычесть вот это. Так так и пишите, здесь вполне войдет. Пишите, пожалуйста, mn плюс m, пожалуйста, mn. Плюс m. Сразу открывайте скобки. Да. Плюс mn плюс n. Плюс n, да. Минус. Минус вот это хозяйство, нижняя формула. Давайте прям mn, правильно? Дальше. Минус m, минус n. Давайте. Минус m, минус n. Так, и на самом деле не надо ничего дальше писать по одной простой причине. Когда вы здесь берете 1 и умножаете на 1, еще вычитаете 1, то чего не будет. Да. Поэтому на самом деле надо вот здесь поставить знак равенства, перенести и упростить. Это и будет решение задачи. Да, равно. Да, равно. Значит, mn одно исчезло, осталось просто mn. А вообще все. Господа, оказывается, число 24 совершенно не случайное. 24 это просто 4 умножить на 6. Помните, мы там получили ответ 24? Думали, что это просто так, случайно. А нет, оказывается, всегда ответ mn. Все? Кстати, это даже было очень легко увидеть без этих вычислений. Смотрите, ведь когда у нас с вами есть таблица размером m на n, да? То есть такой простой способ. Можно взять и стирать отрезочки вот таким вот образом. Понимаете? То есть стирать так, что останется что-то вроде такой гребенки. Понятно? Такая штука. А при этом, естественно, вы стираете в точности mn отрезков. Вот. Так что ответ можно было увидеть просто вот из такой конструкции.
В землю вбили 19 колышков. Двое по очереди связывают пары колышков бечевкой. Каждым ходом одну пару. Победитель – это игрок, при ходе которого образовалась замкнутая ломаная, составленная из бечевок. Вершинами такой ломаной должны быть колышки. Не разрешено связывать два уже ранее соединенных колышка. Кто выиграет при правильной игре? Ну, давайте сыграем. Вот они, 19 точек. Раз. Здесь. Два. Три. Можно было треугольник взять. То есть можно. Что значит можно? Давайте читать правила. Победитель – это игрок, при ходе которого образовалась замкнутая линия. Что делать? То есть могла выиграть одним ходом, достаточно было соединить. Так, все, извини, ваш ход. Все, он победил. А еще он мог победить, когда... Мог, все, спасибо, садитесь себя. Так, значит, сыграли. Еще раз, победитель – это тот, кто первым образовал замкнутую линию. Сейчас давайте, Майя. Давайте вот так. Раз. Два. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты же проиграл. Садитесь. Нельзя. Понимаете, как только делаешь два отрезка с общей вершиной, так противник сразу следующим ходом выигрывает. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, нормально, восемь, девять. Все, сейчас она проиграет. Господа, вы понимаете, что если не хочешь проиграть, то игра нормально длится 9 ходов, правильно? Каждый раз обнаруживается новая пара точек. А сейчас что не делай, но обязательно. Поняли? Спасибо. Ну, разумеется, здесь в этой задаче имеется в виду, что вот такой отрезок, когда придешь, можно и такой проводить, все равно. А давайте сделаем так. Пусть победитель – это не тот, кто первый получил замкнутую, а наоборот, проигравший – это тот, кто первый получил замкнутую. Тогда скажите, пожалуйста, сколько игра продлится в таком случае? 18 ходов. 18 ходов, совершенно верно. Если проигрывает тот, кто получил цикл, то они будут стараться не образовать цикла, и максимум у них получится это сделать 18 ходов, правильно? Они в некоторый момент получат дерево, когда сделают 18 ходов, и дальше вынуждены будут, ну, понятно. Карлсон предложил малышу следующую игру. На столе лежат две ручки. В одной 7 спичек, в другой 8. Начинающий делит кучку на две кучки, затем второй делит одну из кучек на две и так далее. Проигрывает тот,
кто не может сделать очередной ход. Карлсон начинает. Ну, давайте я пытаюсь объяснить вот на языке этих точек, что у нас происходит. Значит, в начале в одной кучке 7 спичек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В другой кучке 8 спичек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрите, в чем состоит ход. В том, что одну из кучек делишь на две. Вот это я сделал первый ход. Я сотру, потому что я не могу влиять на в такой серьезной игре. Я у вас есть стратегия получше моей. Правда? Так, ну опять вам вопрос. Один вы первый или второй? Не знаю. А? Не знаю. Жизнь не знаю. Выбирайте. Второй. Вы хотите быть второй. Так, прошу. Так. Нет, а вы можете выбирать любую кучку. Так, два хода уже сделано. Три хода, да. Четыре. Пять. Так нельзя, так нечестно. Потому что либо там, либо там. Так вот шесть можно, да. Так шесть можно. Заметьте, вы сделали 13 ходов, правильно? Все запомнили, что они сделали 13 ходов? Хорошо, давайте следующие игроки сейчас выйдут. И то же самое, а мы будем считать. Давайте. Так, Майя, вы за кого хотите? Вы хотите за первого, отлично. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Нормально, все, сходил, сходил, не перехаживай. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Спасибо, заметьте, игра опять пробилась. Те самые 13 ходов. Может быть, кто-нибудь объяснит, почему это будет всегда 12 раз? Вначале было 2 кучки. Да. А потом их в конце должно стать 15. Молодец. Абсолютно верно. И за каждый ход мы увеличиваем количество кучек на 1. Одна уничтожилась, 2 появилась. На 1 единицу за ход увеличивается количество кучек. Спасибо вам, все правильно. Ребят, между прочим, ровно эта задача известна еще под названием «Задача о шоколадке». Извините, что я не догадался сегодня принести шоколадку, но, наверное, многие из вас знают, что бывают, конечно, всякие очень такие фигурные шоколадки, да, что только из шоколада не делают. Вообще, я очень люблю шоколадку, это надо признать, это просто замечательная штука. Вот, так вот, все-таки стандартный шоколад устроен так, плитка, да, и там такие бороздки. Вот, для того, чтобы по этим бороздкам ломать и по одной долечке, правильно? Можно было потом есть. Вот, ну, замечательно. А теперь простой вопрос. Представьте себе, что у нас есть шоколадка. Неважно какая. Они бывают самые разные, поэтому, пожалуйста, сейчас не идет никакая коммерческая реклама. Не пытаюсь никакой конкретный шоколад вам продать. Вот, значит, представьте себе, что у нас есть какая-нибудь шоколадка, например, размером 4 на 6. Разрешено сделать очень просто. Взять и разломать ее. Например, вот так вот разломать. Это первый разлом. Получились уже 2 шоколадки. Одна маленькая, другая побольше. Разрешено, это один ход был. Потом разрешено взять вот так разломать. 2. Потом вот это делим. 3, 4, 5. Понимаете? Потом, не знаю, 6,
7, 8, ну и так далее. Я уже не буду до конца. Вопрос. Сколько понадобится таких разломов, чтобы шоколадку... А? 23. Почему? Вначале было 24 плитки. Конечно. Вначале была одна компонента, одна плитка, а в конце стало 24 кусочка. Каждая операция увеличивает количество кусочков на один. Правильно? Да. Молодцы. Молодцы. Значит, задачку про шоколадку тоже решили. Теперь 685-я. Имеются три кучки камней. Так, уже не одна шоколадка, а три кучки камней. В первой 10, во второй 15, а в третьей 20. Играют двое. За один ход разрешено разбить любую кучку на две меньшие. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход. Кто выиграет при правильной игре? Изначально у нас три кучки. В конце... Напишите, три. Три. В конце их должно стать 45. Абсолютно верно. Вы просто должны сложить эти числа. 10, 15 и 20. И из 45, что? Вычесть 3. Получается? Пишите, 45 минус 3. Это количество ходов. Это количество ходов. 42 хода. Хода. Разумеется, что что так все четные ходы делает второй игрок. То он сделает 42-й ход и первый и все играет. Что с 86-я? Все началось с одной курицы, которая снесла два яйца. Из них вывелись цыплята, петух и курица. Когда они подросли, петуха съели. А курицу съели только после того, как она снесла два яйца. Вообще какая-то трагическая задача. Так делали и дальше. Из яиц выводили цыплят и так далее, и так далее, и так далее. Все прекратилось, когда из яиц вылупились одни только петухи. Всего было съедено 1994 петуха. Так, ну давайте я нарисую картинку. Значит, курица снесла два яйца. Это были петух и курица. Петуха сразу съели. Ужас. Курицу съели после того, как она снесла два яйца. Это были петух и курица. Вот. И так далее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот в некоторый момент курица вдруг снесла двух петухов. Яйца, из которых получились только петухи. Ошиблась. Тогда, значит, эта история прекратилась. И известно, что всего было 1994 петуха. Сколько было кур? Ну, не знаю, мне кажется, это совсем очевидно. Давайте. Ну, поскольку 1994 петуха, вычитаем последние два, получается, 1992 петуха снесла в нормальном порядке. Допустим, когда... Нет, почему, если одного петуха, то будет нормальный порядок. Ну, нет, я бы на вашем месте вычел бы вот этого одного петуха, действительно, он какой-то неправильный. Вот. А все остальные петухи, они вот такие, они замечательные. Да, и тогда получится, что кур вот этих вот было 1993 штуки. Да. Так, а что нас спрашивали там? Сколько было кур? Ну, столько и было. Разумно? Да. Или я ошибся?
выглядит глупая задача. В общем, какие-то... Ну, так, ну что, последняя задача. В ряд выложены 100 монет. Орел, решка, орел, решка и так далее. За один ход разрешено перевернуть несколько подряд идущих монет одновременно. Подряд лежащих монет. За какое минимальное количество ходов можно добиться, чтобы все оказались орлом вверх? Значит, ребята, 100 штук я вам рисовать не буду, а 10 нарисую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я думаю, если вы разберетесь с этим, то прошу. Минимальное количество ходов нам потребуется, это 5 штук. Почему? Потому что нам надо перевернуть ровно 5 орлов. Я бы сказал, что тут есть. Да, надо перевернуть 5 решек. Правильно. Если вы перевернете только решки, то действительно за 5 операций вы все сделаете. Так... Почему нельзя быстрее? Потому что если мы будем переворачивать некоторые подряд, то у нас будет переворачиваться... Понятно, то есть у вас нет решения. Вы поняли, что легко все сделать при помощи 5 переворотов. Вы не умеете доказывать, что меньшего количества не хватит. Так? Ну, то есть и в задаче, соответственно, у вас 50 будет ответ, правильно? Да. Все, ответ вы придумали, а решения у вас нет. Хорошо. Если мы переворачиваем подряд идущие, да, то мы просто меняем их местами. То есть, ну орел что? Становится, ну решка, а решка... Там же потом все запутается. Вы в одном месте перевернули, в другом месте перевернули, и будет непонятно. Нет, нет, нет. Ребята, у вас нет решения. Если мы перевернем несколько идущих подряд монет, то мы просто поменяем порядок. Не понимаю. Нет, это все не могу делать. Нужен аргумент, нужно какое-то четкое объяснение. Это, собственно, к сегодняшней теме не особо относится, к теме деревьев. Это просто хорошая задача по математике. Действительно такая простая, но нужно четко указать какой-то аргумент, причину. Вот если вначале имеется подряд лежащий орел, решка и так далее, то почему самый быстрый способ это действительно решки перевернуть каждую по отдельности? Почему бессмысленно использовать какие-то более хитрые штуки? Да, пожалуйста. Потому что количество орлов, ребят, и решек не поменяется. Не понимаю вас. Что такое количество орлов и решек? Не понимаю. Возьмем, например, 4 первые монеты, да, и перевернем их. Да. Все равно останется в том количестве останется 2 решки и 2 орла. Ну, замечательно. Вы не за то место взялись. А если бы вы взялись, например, вот за это, перевернули, то изменилось бы. Не понимаю. Мне нужен какой-то четкий аргумент. Я понимаю, по сути, что ну, видно, что самый умный способ это вот, но как это объяснить? Ребят, подсказка. Представьте себе, что вы врач, который идет вдоль этой последовательности на первичном медицинском осмотре и спокойно записывает свой блокнотик. Знаете, бывает, иногда врачи так по больнице ходят и пишут там. У того там, того нет, у того нет, тому то надо. Вот и вы тоже самое идете, как врач, и пишете. В этом месте произошел переход, так? И в этом месте переход, и в этом переход. То есть всегда, когда стоят рядом орел и решка, или решка и орел, вы будете записывать, что непорядок. А если рядом решка-решка, или если рядом орел-орел, то все нормально, вы это не будете записывать как заболевание. Хорошо? Вопрос. Вот здесь вот сколько будет этих заболеваний? 9, правильно? 9. Замечательно. А теперь вопрос. За одно переворачивание сколько можно устранить заболеваний? 2. Конечно, 2. Поэтому даже если вы перевернете 4 раза, то вы сможете устранить максимум 8 заболеваний. А у вас их 9, поэтому придется переворачивать 5 раз. Поняли? А в случае, когда у вас 100 монет, заболеваний будет сколько? 99. 99. Каждый раз устраняем максимум 2.
Значит, если вы 49 раз сделали, то устраните максимум 98. А надо было устранить сколько? 99. Поняли? То есть надо было посчитать количество соседствующих по-разному направленных, количество пар вида орел-решка или решка-орел, и просто их слишком много. А за каждую операцию устраняется максимум.